Привет всем! И мы снова рядом с нашими экспериментальными огурчиками. Вот они как подросли. Так, я глянула по записям. 24 декабря мы их поставили на проращивание в салфеточках. А потом, чтобы все проклюнулись, мы их посадили. Вот они какие большие. Вот этому не повезло. Забежали куры в теплицу и поотщипывали немножечко. Ну, а так вот они уже как подросли. Там вот смотрите. Как показать? Вот они какие-то махонькие вот эти будущие огурчики завязались. А вот этот, вы помните, на прошлом видео у него были только семидольные листики. Мы думали, вообще погибнет. Нет, он, конечно, выпустил какой-то кривой сросшийся листик. И вот там. Нет, все-таки проснулся. Даже если нету верхушечки у свежераскрывшейся семечки. Постепенно вот она выросла. Немножко позже. Ну, пусть растет, нам не жалко. Это, конечно, да, куры пообщипали. Смешно было, как они ломанулись в теплицу. Вот они, какие-то бутончики. Не умею я на телефоне резкость наводить. А этот, помните, душистый горошек? Вот он какие. Я его когда прищипнула, у него пошел боковой побег. Тут у меня для эксперимента львиный зев. Я его с улицы занесла, смотрю, он не померз. А это я вот череночки сделала с него и просто втыкнула. Растут. Там дальше, вы видите, помидоры на рассаду. Это у нас еще вторая теплица будет. Мы туда будем сажать помидорки. Сейчас покажу еще. Вон еще, видите? Это уже высокие помидоры. Вот такие вот дела. Вот такая вот красота с нашими огурчиками. Будем ждать, что будет дальше. Сразу повторяюсь, подсветки нет. Отопление днем бывает и 25, если солнечная погода. А ночью может быть и 10-11. Ничего, пока растут. Это тоже какие-то помидорки.